Другой момент, сколько мы видим настоящей любви вокруг себя. Ну, это 125 вопросов. Даня? А я помню, когда я еще училась в университете практической психологии, или когда у Николая Ивановича Козлова и у Марины Смирновой я была на 10-дневном тренинге в Мещуре по поводу отношений, там давали такое задание, например, муж хочет поехать на Белое море, жена хочет поехать на Черное море, и каким образом провести разговор, да, так, чтобы с любовью прийти к какому-то решению. И тогда было очень легко, во всяком случае, в университете практической психологии было очень легко разговаривать. Ну, когда мы коня в вакууме, да? Да, конечно, конечно. Но я вспоминала как раз вот эту ситуацию с моей поездкой в Барселону, и какая-то вот была небольшая горечь тогда по этому поводу, что тогда не удалось сделать таким образом, чтобы я чувствовала, что меня любит мой мужчина, и чтобы он чувствовал, что я тоже его люблю. Тут же момент какой? Тут надо смотреть, вот как ты, например, почему ты не пришла и не предложила, чтобы человек принял решение. А здесь момент, вот мы как бы рассказываем о том, что мы в любовных отношениях, а если мы задумаемся, а у нас какой уровень доверия? Какой уровень доверия? Понимаешь, точно так же, вот как бы вот черное и белое море, да, мы вот такие сидим, шоколадно-мармеладные, да, или типа один другого уговаривает и рассказывает какие-то преимущества. Ну, какие преимущества, если это радикально разные возможности на черном и на белом море. Ну, есть вот эти фантазии, ну, давайте попытаемся это совместить. Муж любит дикий отдых, а жена любит комфортный, вот, и, значит, может быть, какую-то там семизвездочную гостиницу на Белом море, но, во-первых, для этого еще деньги должны быть, да, вот. И садимся, смотрим, совмещать, тут не стоит, вот для меня тут не стоит вопрос совмещать. Для меня стоит вопрос, насколько мы хотим, сколько времени мы хотели бы проводить вместе друг с другом, чтобы наши отношения только укреплялись. И вот если встает вопрос, что, предположим, разъехаться и отдохнуть кто-то на Белом море, а кто-то на Черном море, да? И это может отношения двух людей только укреплять. Да, конечно. Вот. А для кого-то, предположим, вот, например, женщина понимает, что вот при разъезде это не укрепляет. И мужчина это понимает, потому что какой-то разные интересы, были в разных компаниях, теперь разные вещи нужно обсуждать. Вот у меня бабушка с дедушкой, они не могли так. Вот дед там несколько раз в советское время получал там супер-пупер путевки. Вот. Бабуля, значит, в принципе, вроде бы можно было бы там постараться и бабушке выбить эту путевку. Ну, во-первых, дед у меня так не умел там в профсоюзы лезть там в глаза кому-то, да, это первое. И второе, у них там виноградник, не бросишь его, вот вроде кто-то на хозяйстве должен оставаться. Бабушка палкой выгоняла деда там в этот супер-пупер санаторий. Через 4 дня дед был дома. А 24 дня, вот, все. Я не знаю, что там делать. Я не, ну, вот все, понимаешь, как бы два человека привыкли быть вместе, обсуждать. Один вот какой-то ситуация возникает, а поговорить, обсудить, а то и сё, да, накапливается какая-то информация, с которой ты один. Не хочу, да. Вот два раза этот эксперимент был, и он накрывался медным тазом. То есть, здрасте, явление с утра. Там поезд утром приходил и подъезжает к дому с такси. Дед выгружается с чемоданами. Мне и тут хорошо. Вот. Поэтому, Ань, получается разговор у нас, когда мы сейчас вот этот вопрос подняли,
конструктивный и деструктивный этот самый эгоизм, по большому счету разговор идет о любви, да? Об умении любить другого человека, об умении жертвовать своими интересами. Любовь, увы, что такое любовь настоящая? Это опять как сделать более ресурсным другого человека. Что делают мужчины, да? Как он там продал все, картины и дом, и купил 1 000 000 алых роз, да? Вот. Ну, мы представим, как говорится, может быть, там не 1 000 000 алых роз, а что-то более существенное, а то все-таки картины и дом на 1 000 000 алых роз поменяют. Прагматичные женщины сидят, не чувствуют свою ресурсность. Но если только что на базар побежать, потом эти розы продавать. Любовь, она выражается в том, что мы другого человека делаем более ресурсным. А что, например, делать, если кто-то, и очень часто бывают женщины такие, они делают мужчину более ресурсным. Я сейчас не говорю про деньги. Я понимаю. Эмоциональный ресурс. Здесь смысл какой, Ань? А тут же смысл какой? Если любила по-настоящему, то не пожалеет никогда, даже если распадется это все, да? Потому что, опять же, мы делаем кого-то более ресурсным, да, вкладываясь в кого-то, потому что мы получаем в тот момент взамен эмоции, мы получаем взамен яркую, наполненную жизнь. Почему люди тянутся к любви? Если, например, думать, вот я все для тебя делала, я тебе молодость отдала, а ты тут потом через меня переступил, что значит отдала? Ты проживала яркую, насыщенную жизнь? Или просто ты не знала, чем тебе заняться, и ты выбрала вкладываться в этого мужчину, предполагая, что он потом будет дальше расплачиваться с тобой? Но надо было тогда договариваться. Я в тебя вкладываюсь, чтобы у меня была защищенная, как там, зрелость. Такой же договоренности не было.